яблони, пальмета на шпалере. Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву. Дерево среднерослое, в молодом возрасте крона формируется естественно в виде пальметы, при полном плодоношении становится округлой. Плодоносит главным образом на кольчатках. Яблони-богатырь. Основные характеристики. Тип роста – сильнорослый. Зимостойкость – высокая. Назначение – универсальное для сока. Авторы – Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина с. Ф. Черненко. Сроки созревания – зимние. Размер плода – крупный. Вкус – кисло-сладкий. Урожайность – в возрасте 9-14 лет – 57 кг с дерева. В возрасте 12-17 лет – 80 кг. Окраска – светло-зеленая, в процессе хранения становится желтой. На солнечной стороне – ярко-красный размытый румянец с заметными штрихами и полосами. Аромат – присутствует. Вес плода – Г – 175-350. Начало плодоношения сорта – на 6-7 год после окулировки. Яблони «Спартан». Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – средняя. Назначение – универсальное. Авторы – Канада, опытная станция в Саммерленде. Сроки созревания – зимние. Размер плода – средний. Вкус – сладкий, без кислого привкуса. Урожайность – 150 кг с дерева. Окраска – основная, светло-желтая, покровная, интенсивный бордово-красный румянец, сильный сизый восковой налет придает плодам вид фиолетовых. Вес плода – Г – 100. Начало плодоношения сорта – 4-5 год. Лёжкость – 200 дней до марта-апреля. Яблони пальмета на шпалере – 5 лет плюс богатырь спартан – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола яблони пальмета на шпалере 5 лет плюс богатырь спартан можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Вкус кисло-сладкий, мякоть плотная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблони пальмета на шпалере 5 лет плюс богатырь спартан – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.